магазин Wildberries. Если у вас вопрос по клиентскому обслуживанию, нажмите 1. Если вы звоните по вакансии, нажмите 2. Информация для партнеров, нажмите 3. Вопрос по авиабилетам, нажмите 4. Если вы знаете добавочный номер, наберите его. Пожалуйста, выберите нужный пункт меню. Если у вас вопрос по клиентскому обслуживанию, нажмите 1. Если вы звоните по вакансии, пожалуйста, выберите тематику вашего вопроса. Условия получения заказа, нажмите 1. Условия возврата товара и денежных средств, нажмите 2. Способы оплаты заказов, нажмите 3. Режим работы пунктов самовывоза и курьерской доставки, нажмите 4. Сроки доставки и способы получения заказа, нажмите 5. Регистрация и оформление заказа, нажмите 6. Как отменить заказ, нажмите 7. Чтобы услышать... Отмена заказа в личном кабинете возможна только в течение 10 минут с момента его оформления или в случае задержки поступления на 4-й день с первого дня интервала доставки. Отказаться от товаров полностью или частично вы также сможете при их получении. При отказе от товаров при получении необходимо назвать код, который отображается в разделе личного кабинета «Доставка». Функционал отмены при задержке поступления доступен на нашем сайте, а также в мобильном приложении. Чтобы отменить доставку товаров на сайте, зайдите в раздел личного кабинета «Доставка», нажмите на кнопку «Отменить доставку» и подтвердите отмену. В приложении нажмите на три точки, чтобы открылось меню действий, и нажмите на кнопку «Отменить доставку». В течение нескольких минут доставка будет отменена, а денежные средства вернутся на карту, с которой был оплачен товар. По истечении 15 дней хранения неполученные товары будут отменены автоматически. Обратите внимание, что в случае отмены товаров по сроку их хранения, возврат денежных средств будет осуществлен за вычетом расходов на доставку возвращаемого товара 50 рублей за каждый отмененный товар. Для возврата в основное меню нажмите 9. Пожалуйста, выберите тематику вашего вопроса. Условия получения заказа – нажмите 1. Условия возврата товара и денежных средств – нажмите 2. Способы оплаты заказов – нажмите 3. Режим работы пунктов самовывоза и курьерской доставки – нажмите 4. Сроки доставки и способы получения заказа – нажмите 5. Регистрация и оформление заказа – нажмите 6. Как отменить заказ – нажмите 7. Чтобы Для оформления заказа нужна регистрация. Если у вас еще нет личного кабинета на нашем сайте, в полной версии сайта нажмите на кнопку «Войти». Если пользуетесь мобильным приложением, нажмите на изображение карточки в правом нижнем углу. Укажите свой номер телефона и запросите код подтверждения. После ввода кода вы попадете в личный кабинет. Добавьте товар в корзину и выберите удобный для вас способ доставки. Доставка курьером возможна при любой сумме заказа и на неограниченное количество товаров. Заказ на сумму от 2000 рублей курьер доставит бесплатно, а если сумма заказа менее 2000 рублей, стоимость доставки составит 199 рублей. Доставка в пункты самовывоза осуществляется бесплатно при любой сумме заказа. В зависимости от выбранного способа необходимо указать адрес курьерской доставки или выбрать нужный пункт самовывоза. Для подтверждения заказа необходимо оплатить его онлайн на сайте с помощью банковской карты. В течение нескольких секунд с момента оформления заказ отобразится в разделе личного кабинета «Доставки». Это будет являться подтверждением того, что заказ принят. Когда заказ поступит, в личный кабинет будет отправлено уведомление. В случае полного или частичного возврата товаров, денежные средства за такие товары будут возвращены в полном объеме на ту карту, в которой производилась оплата. Для возврата в основное меню нажмите 9. Оператор. Пожалуйста, выберите тематику вашего вопроса. Короче, у вас адреса даже нет этого. Выберите тематику вашего вопроса. Оператор уже выключен. Условия получения заказа нажмите 1. Условия возврата товара и денежных средств нажмите 2.
Способы оплаты заказов нажмите 3. Режим работы пунктов самовывоза и курьерской доставки.